Расскажи. Привет! Сегодня мы отдыхаем на берегу бухты Навик. Я тут собрал все виды ракушек. Ну, не все, тут еще это, черт, что есть, я не знаю название. Но рассказываю именно про название. Это устрица, да невозможная. Она срослась так смешно. Это красная мидия, а это каменная мидия Грея. А чем отличается красная от каменной? Ну, смотрите, каменной мидии тут такой голубоватый блеск, а тут просто фиолетовое что-то. А розовенькое. Где живет каменная мидия и где живет красная? Ну, красная в основном копаются в песке, а каменные... Ну, название говорит, что они живут на камнях. Так, какие у тебя тут еще ракушки? Вот эти. Ну, это спизула, а это анадары. Их очень сложно отличать. Но отличать их так. Ну, анадара, она волнистая. А спизула гладкая. Без единой морщинки. Это дальневосточный гребешок, благородный. Его еще называют свинячий, потому что у него нет никакой защиты. Он беззащитный. Даже бегать слабое. А это дальневосточная колючая, японская. Это тоже гребешок. Это тоже гребешок. Как и это. Есть еще свит и многие другие. Но здесь мы их не нашли, да? Но здесь мы их не нашли. Вот, этот колючий гребешок, но он колючий. И его, по-моему, больше, чем этого. А какой вкуснее? Какой вкуснее? Ну какой вкуснее? Все обе вкусные. Вкусные, мне вкусные. Ну, спасибо тебе за рассказ. Все, отдыхай.